Прокуратура Советского района проверила исполнение требований законодательства при регистрации граждан по месту жительства и месту пребывания. Проверка дала неожиданный результат. Выяснилось, что в этом доме по улице Каравайковой на площади 15 квадратных метров зарегистрированы 20 человек, которые проживают там только на бумаге. Все они оказались мигрантами из стран Азии. По результатам проверки сотрудникам прокуратуры пришлось принять меры. В связи с тем, что нарушалось законодательство, граждане по месту регистрации не находились, прокуратура обратилась в суд с тем, чтобы снять с регистрационного учета данных граждан и признать, что они не были там зарегистрированы изначально, что эта регистрация была, точнее, незаконно проведена. Суд удовлетворил требования прокуратуры, и в настоящее время судебное решение исполнено. Владельцам резиновой квартиры заинтересовались правоохранительные органы. Решается вопрос о возбуждении в отношении него уголовного дела.